Легкая эротика как средство привлечения абитуриентов. Студентки одного из казанских вузов снялись в провокационном ролике о собственном университете. Полуобнаженные барышни принимают откровенные позы, попутно объясняя, куда именно нужно нести документы. Такая горячая агитация собрала в интернете тысячи просмотров. Девушки в откровенных нарядах и простой слоган «Поступай в КАИ» – это все, что понадобилось студентам и выпускникам университета, чтобы снять рекламный ролик своей «Альма-Матер». Провокационное видео вызвало бурю ответной реакции. На Ютубе за один день его посмотрели 1000 человек. Это с 8 утра и до 7 вечера точно вместе там с уборкой этих перьев. Одна из актрис, Лиза, рассказывает, ролик снимали почти сутки. Специально арендовали студию, были стилисты, гримеры, все как в большом кино. Образов поменяли больше 30. Правда, разглядеть усилия костюмеров можно с трудом. Наша стилист Зарина, она нам позвонила заранее, там, за дня два, и сказала: девочки, пожалуйста, вот нужно найти что-то подобное. Выложила пару примеров фотографий, и мы искали, вот я лично даже помню, друга специально своего цепляла на машине, чтобы он в час ночи поехал к моей подружке, которая там вернулась с дачи и привезла мне свитер. Эротичное видео носит юмористичный характер, уверяет его создатель. Кадры с клубничкой он называет не более чем шуткой. Объект этого откровенного пиара в первую очередь сами актрисы. Знаете, такой анекдот? Вот, очень часто ходят среди студентов КАИ и о студентах КАИ, студентках. Вот идут две девчонки, так. Вот идут три девчонки, две страшные, третья тоже из КАИ. Это меня всегда задевало как КАИста, потому что у меня самого девушка из КАИ, и я знаю то, что в КАИ у нас очень много красивых девушек. Вот, и в этом ролике все девчонки КАИстки, все девчонки красивые. В вузе от креативных студентов поспешили откреститься. Такой пиар оказался невостребован. Могу сказать смело и однозначно, что руководство КАИ не являлось ни заказчиком, ни организатором. И, соответственно, выставлением в социальных сетях данного ролика. Впрочем, такую своеобразную преданность «Альма-Матер» проявляют не только девушки. В этом ролике будущих студенток соблазняют на поступление парни. Творцы большого кино уже заблокировали свой ролик практически во всех социальных сетях, сделав его просмотр ограниченным. В вузе нас уверили, на учебе студентов их креатив никак не отразится. Главное, чтобы полет фантазии не пошел еще дальше. Эльмира Заляева, Айрат Мухамедьянов, Вести, Татарстан.